Друзья, смотрите, что получается. Я со своими друзьями еду в Ванкувер. Это такой город в штате Вашингтон. А почему Ванкувер? Потому что в Портленд больше мы не можем ехать. В городе Портленд царствуют бомжи, мусор, палатки, наркотики и хлам. И поэтому мы едем в Ванкувер. Город Ванкувер, он недалеко от города Портленд. Это буквально проехать за речку Колумбию, и там сразу Ванкувер. Ванкувер настолько занятый, что мы когда приехали к ресторанам, а там даже запарковаться негде, пришлось уехать немного подальше. Здесь вот есть место, и мы идем сейчас к ресторанчику и к набережной. Ванкувер — это хорошее место, где можно еще прогуляться. Мы приехали в один ресторанчик, посидим немного в ресторане, покажу вам, как там внутри, а потом мы будем гулять здесь на набережной. Гулял в Ванкувере, встретил моего коллегу Славку. Славка, коллега по работе.
Вот так вот, друзья, кипит жизнь в центре города Ванкувер. Это место хорошее, где можно прогуляться. Я оставил всех своих друзей в ресторане, а сейчас иду к своей машине. Хочу вам показать все это дело с птичьего полета, пока не стемнело. Друзья, иду на парковку за дроном. Я сейчас вам покажу сам центр города Ванкувер возле Interstate 5 и набережную. Где дрон, Серега? Да. Где твой дрон? Сейчас я тебе покажу. Я пошел. Да, называют? Это Виктор. Рот, Тимбо. И мне нравится больше, как ты. Оля, вот смотри, что получается. Вот в Ванкувере еще можно более-менее прогуляться. Но только два квартала. Только два квартала. В Портленд, друзья, кто будет в Орегоне, даже не суйтесь в центр города. Там нечего делать. Немного погуляли в даунтауне, город Ванкувер, а теперь едем до Виктора на чай.
уже немножко темнеет, но я хоть немножко покажу вам город Ванкувер в вечернем виде. Вот мы и приехали до Вити домой. Он обещал чаем напоить и тортиками какими-то там еще. Пойдем искать. Витюша, мы приехали. Витек, встречай нас. Это... Витюша. Давай, пои нас чаем с тортиком. Ты ж позвал нас на чай и тортик? Да, идем как раз, мы сейчас пройдемся. А ну-ка, давай. Вот так вот, смотрите. Вот там вот беседка, да, Витя? Да, там будем чай пить. Вот там на батуте дети прыгают. Двухэтажный дом, да? Сейчас покажем им дом уже. За папочкой. Что, Трофим, я тебе покажу, пока ты здесь. Трофим, иди. Вот там еще идет. Где наши дети? А ну-ка, виноградик покажи. Будет очень good. Виноград? Виноград это, да. Да, есть здесь такая казиба, чтоб ты это... Но еще надо почистить ее красиво, все. Знаешь, это, да. Витя показывает свое владение в ночном виде. Идем сейчас на пить, Витя, идем сюда, Витя, показывай все. А вот здесь вот алыча у Вити растет. А вот столько много алычи. Слива. Сливка растет у Вити. Очень много алыча. Чуть-чуть мы тут ночное у нас видение. Витя, прикольно у тебя дома, драгоценный друг ты мой. Чуть-чуть другой сорт. А еще вот у Виктора персики растут. Вот такие вот персики вот. Витя, что здесь у тебя растет? Ух ты, финики, друзья, вот это вот у Вити финики растут. Витя, а когда к тебе днем приеду в гости? У тебя животные есть какие-нибудь? Нету, умер. От горе. Вот это финики, они когда поспеют, будут такие purple, да, такие будут? They're done, touch them. Да? Уже спелые? Да. Меня поправили, это инжир. Смотрите, он уже поспел. А я думал, это финики. А как финики? Финики такие, как... Финики не длинненькие такие. Друзья, простите меня, пожалуйста, я... Это инжир. Ой, они уже поспели. Инжир, да? А что такое инжир? Ой, какие красивые, хорошие. Знаете, я даже не знал, что это такое. Это декоратив какой-то. Что это за такое, а? Ну, вкусненько как. Друзья, вот такое вот, смотрите, оно на цвет, видите, зелененькое. А уже сладкая, просто сладенькая. Ном-ном. Что здесь, Витя, у тебя? Ежевика без колючек. Ежевика без колючек. Витя, я к тебе днем приеду. Ежевика. Друзья, смотрите. Какая она сладенькая. И Витя говорит, она без колючек. Так ты ее, Витя, рвешь, или она просто опадает у тебя тут? Она опадает и рву. Вот это я, друзья... Как я удачно до Вити приехал. Это просто
Я просто в восторге, что я к нему приехал. Друзья, смотрите, смотрите. О, вот это чудо. Гляньте. Вот это вот органика. Вкусная ягода. Я остаюсь тут жить, друзья. Я тут остаюсь у Вити. И это все Ванкувер, друзья. Витя живет в округе Ванкувера. Он живет как бы за Ванкувером. Это Вашингтон. И вот так вот у Вити такое владение. Большое такое прапорти. 2 акра земли. Очень. Витя сюда недавно переехал. Друзья, спасибо большое за внимание. Вот в этом выпуске я показал вам немножко город Ванкувер. Мы погуляли в Даунтауне. Сейчас мы приехали до Вити. Вот, немножко попьем чай и поедем по домам. Спасибо за внимание. Следите за каналом. Что-нибудь еще буду вам показывать. До свидания.